Всемирная боксерская ассоциация WBA намерена определить единого чемпиона в среднем весе. В этой связи организация планирует провести турнир, участие в котором примет и казахстанский боксер Геннадий Головкин. Ожидается, что если Головкин победит британца Келла Брука, то встретится с американским боксером Дэниелом Джейкобсом, который, в свою очередь, до боя с 3G выйдет на ринг против Серхио Моры. Также в турнире может принять участие Крис Юбэнк-младший, но для этого ему сначала нужно победить Томми Лэнгфорда. Затем WBA обяжет британского боксера встретиться с венесуэльцем Альфонсо Бланко. В итоге победитель своего рода полуфиналов Головкин Джейкобс и Юбэнк Бланко и разыграют титул короля среднего веса. Головкин – чемпион мира по версии WBA, Super, IBO, WBC и IBF. Джейкобс по версии WBA. Ранее Юбэнк владел титулом временного чемпиона мира по версии WBA, однако теперь он принадлежит Бланко.